Хей, всем здрасте, меня зовут Лена Червова, и я раздетый стилист. И сегодня у нас супер своевременное и актуальное видео, потому что сегодня пятница, и сегодня стартовала официально черная пятница везде. В общем, я решила подобрать для вас самые актуальные, самые интересные, самые классные вещи на скидках, дать на них вам ссылку, чтобы вы смогли сегодня или завтра их себе в корзиночку положить, купить и потом ходить и радоваться. В общем, погнали. На самом деле, черная пятница стартовала не только сегодня. В каких-то магазинах она началась уже в понедельник, в каких-то магазинах она началась вчера, в четверг. Но самое большое... Самое большое все. Больше всего, короче, магазинов стартовало именно сегодня, поэтому я подождала, когда все товары обновятся, когда все скидки появятся, и подобрала для вас самые интересные варианты. Я на самом деле, естественно, не все магазины сейчас освещу, но я посмотрела самые популярные, самые любимые, самые распространенные варианты, в которых мы все с вами чаще всего заказываем. Погнали! Первый магазин, который я хочу вам показать, это магазин Manga Outlet. Manga Outlet — это магазин, который продает вещи из манго, но из старых коллекций, на которые уже изначально идут скидки в целом на сайте. Но на Черную пятницу сегодня у них скидки 70% на все абсолютно. Естественно, скидки 70% на вещи от их изначальной цены, то есть, когда мы покупаем вещи на Черной пятнице вне распродаж, они стоят дешевле, чем изначально заявленная цена, но в этот раз на Черную пятницу они еще дешевле. И я отобрала для вас несколько вариантов интересных вещей, которые действительно можно покупать. Первое, что я хочу вам показать, это вот такая вот байкерская кожаная куртка. Ну как кожаная, она не кожаная, естественно, она из ненатурального материала, но тем не менее она прикольная. Коричневого цвета, для тех, кто не любит какие-то банальные черные варианты, хочет что-то поинтереснее, можно выбрать эту куртку. Она укороченная, то есть не очень длинная, но тем не менее она достаточно базовая, универсальная и будет служить вам, ну, долго достаточно. Дальше. Мне очень понравилось вот это платье двухцветное. Я даже показывала его в своем видеоролике про то, как сэкономить на распродажах. И сейчас его действительно можно купить по скидке за 2400 рублей от начальной цены 8000. Это прям приличная скидка, 70%. Мне нравится, что это двухцветное платье, очень такое лаконичное, но в то же время интересное. То есть его в целом можно использовать и для корпоративных каких-то мероприятий, и для Нового года, и потом летом или осенью его тоже можно надевать. Кстати, по поводу видеоролика, если вы еще не посмотрели, обязательно посмотрите его. Это видеоинструкция о том, как сэкономить в распродажах. Не только как покупать со скидками, но еще 5 дополнительных способов, как вы можете экономить в течение всего года. Поэтому сегодня пока еще актуально, пока еще черная пятница, вы можете еще больше сэкономить. Обязательно посмотрите его, ссылка в описании. Следующий вариант платья, который можно как раз надеть на Новый год. Платье с пайетками, достаточно базовое, ну, относительно Нового года, поэтому его можно будет надеть не только сейчас на этот год, но и на какие-то другие мероприятия. Очень нарядное. Оно длины миди до колен для девушек роста 100... Сколько здесь? Не написан у них рост, но обычно 170-175 сантиметров девушки носят. Если вы ростом меньше, то вам, естественно, это будет платье подлиннее. Оно достаточно базовое и хорошо смотрится как раз с поясом, который не идет в комплекте, который нужно будет взять дополнительно. Стоит 3000, вполне себе неплохой вариант на Новый год. Еще один вариант классной покупки на Manga Outlet – это струящаяся рубашка с атласным блеском. Рубашка максимально базовая, то есть ее можно носить как в офис, так и в кэжуальные какие-то образы встраивать, то есть абсолютно хоть куда можно. И для вечерних нарядов ее тоже можно использовать, если вы вниз наденете какую-нибудь яркую необычную юбку. А единственное, что ее отличает от максимально базовой рубашки, то это вот такие вот завязочки на рукавах. Но я считаю, что они ни капельки не влияют, тем более за 900 рублей это прям отличный вариант. Еще один вариант — блуза. Это блуза с контрастной отделкой молочного цвета с черной окантовкой, тоже максимально базовая, с V-образным вырезом, который отлично вытягивает шею, и она за 900 рублей, опять же, абсолютно всегда будет носиться. Берем свой размер, можно даже чуть-чуть побольше, чтобы она была легким оверсайзом. Мне кажется, это классный вариант, особенно на Черную пятницу. И еще одна рубашка, прям очень хороший выбор рубашек. Тут, правда, по размерам нужно смотреть. Тоже за 900 рублей, розового цвета, фактурная струящаяся рубашка с объемными такими рукавами, которые, опять же, можно вписывать как в деловой гардероб, как в повседневный, так и, в принципе, вечерние варианты образов тоже можно. Естественно, ее можно носить как и самый классный
классный вариант базовой рубашки. Это вот такая вот рубашка какого-то светло-розового пыльного цвета. Опять же, за 900 рублей она очень хорошей длины. То есть она удлиненная, максимально круто будет смотреться как и заправленная в брюки или юбки, так и на выпуск. С футболкой, с топом, самостоятельно под жакет, под кардиган, подо все. Очень красивый нежный цвет, очень хорошо будет освежать лицо. Ну, естественно, за такую цену прям нужно брать. Сапоги, которые стояли в прошлом сезоне в Манго, и их очень много кто хотел, они были дорогие, они стоили 15 тысяч, сейчас их можно купить за 4500, правда, размеров там не очень много осталось, но тем не менее, это очень базовые и интересные сапожки на устойчивом каблуке с квадратным мысом, белые, которые очень круто будут освежать абсолютно любой образ, прям класс. И еще один классный вариант – это сумка-торба, небольшой такой мешочек, который можно носить как на повседневку, туда, мне кажется, поместится телефон, поместится косметичка небольшая, ну, состоящая из зеркальца и помады, допустим, и пудры. Туда можно положить какое-то масло для кутикулы, ну, что-то такое минимальное. И также ее можно вписать в новогодние образы, на вечеринку какую-то, для того, чтобы положить телефон и не потерять его. Отличный вариант. Что касается основного сайта Манго, то там распродажа всего лишь 20%, но зато абсолютно на весь ассортимент. Распродажа действует по промокоду, он написан вот здесь, это Black19, я его также дублирую в инфобоксе, чтобы вы не потеряли. И тут мы можем взять какие-то очень желанные нами варианты, но со скидкой 20%. Кстати, вот этот джемпер я в прошлом году покупала на Черную пятницу, как раз на официальном сайте со скидкой, и он мне очень нравится, я его до сих пор ношу. Ну и на Манго, естественно, вещи еще без скидки, но от каждой цены можете отнимать 20%. Вот такое классное двубортное шерстяное пальто красного цвета, очень яркое и заметное. Очень круто будет смотреться весной грядущей. Мы о ней не забываем. Естественно, мы на распродаже можем покупать не только какие-то классные сезонные вещи на сейчас, но и базу на грядущие сезоны. На лето, на весну, на осень. Обувь, которая будет актуальна всегда. Поэтому вот такой вариант пальто за меньше, чем 13 тысяч, на 20%, будет нам очень классно, если вы любите яркие варианты. Вот такие классные прямые длинные брюки, они очень актуальны на высокой посадке, они удлиненные, они свободные, широкие, максимально универсальные, круто будут работать в любых образах для любых девушек. Кстати, за счет того, что они на резинке, они подойдут девушкам, у кого очень узкая талия и, допустим, округлые бедра, и обычно большой перепад между бедрами и талией, и сложно найти те варианты брюк, которые будут садиться идеально. Так вот, брюки с резинкой – это отличный вариант. Не так давно появились классные джинсы из 100% хлопка, и сейчас как раз их можно купить с классной скидкой в 20%. Джинсы без скидки стоят 3000 рублей. Они есть в разных цветах. Здесь вот серый представлен, кстати, очень красивый, и очень актуально будет именно зимой их носить, то есть не какой-то темный синий вариант, не какие-то черные варианты, а вот такой серый. Также они есть в розовом цвете, они есть в синем, в черном, в голубом, то есть можно выбрать тот вариант джинсов, который вам нравится. Кожа у нас, естественно, в трендах, она будет в трендах очень долго, поэтому спокойно можно кожаные вещи брать. И вот здесь в Манго есть классная юбка прямая на высокой посадке из кожи на заклепках, если не ошибаюсь. Она длины до колена или чуть ниже колена, в зависимости от вашего роста, но она очень хорошо будет подходить для офисного гардероба, если у вас не строгий дресс-код, либо просто для повседневных образов. Еще одна юбка, которая мне очень нравится, юбка А-силуэта, абсолютно универсальна по своей форме, по своему силуэту, будет подходить абсолютно любому типу фигуры, потому что она имеет высокую посадку, хорошую длину, хорошую плотность и темный цвет. За счет этого ее легко можно будет носить зимой с темной обувью, если, допустим, вы предпочитаете темные сапоги или темные ботинки. Стоит она сейчас 2200, и я думаю, что дополнительная скидка на нее еще должна быть. Но если вы не любите плотные юбки, тогда рассмотрите вариант сатиновой юбки миди, глубокого такого, очень изумрудного цвета. А у нее асимметричный крой, очень хорошо вытягивает силуэт и добавляет рост такой крой. Она хорошо будет сочетаться как раз с трикотажными верхами, допустим, с джемперами или свитерами, как показано здесь. Либо ее же можно надеть на вечеринку, на Новый год, как показано тоже на картинке, с каким-то интересным и необычным топом. Вообще, такая юбка максимально базовая, и она может служить круглый год, как летом, так и зимой, в любых абсолютно образах и достаточно долго. Но для тех, кто любит эксперименты, как я,
Есть такой вариант леопардовой юбки. У меня, кстати, есть одна леопардовая юбка. Я покупала ее на Заре, в Заре на распродаже за 600 рублей. И каждый раз, когда я надеваю в Инстаграме, мне спрашивают, где же я ее купила. Она прям действительно классная, поэтому такие вещи можно на распродаже покупать, если, допустим, вы не хотите их за полную стоимость. Так вот, это опять же юбка А-силуэта свободного на высокой посадке, очень легкая. И за счет того, что у нее достаточно плотный материал, ее легко можно будет надеть с плотными колготами и носить ее зимой с высокими сапогами, с пуховиком даже, с объемными джемперами, с водолазками, со свитерами, с рубашками и так далее. Но украшения в манго тоже есть в распродаже, и вот такие вот серьги с ракушками можно носить не только летом, но и осенью и зимой, или, допустим, в новогодний образ их можно вписать. Они очень аккуратные, но в то же время интересны для тех, кто любит украшения, но не хочет, чтобы они были слишком заметными. Вот, рассмотрите такой вариант, они прям аккуратненькие. Еще один вариант украшений за 999 рублей без скидки. Это максимально базовые кольца, которые как бы есть, они как бы дополняют и завершают образ, но в то же время они максимально аккуратные, и можно их вписать даже в офисный гардероб. Ну и многоярусные цепочки у нас, естественно, все еще в тренде, они намного интереснее смотрятся, чем одиночная цепочка. И тут вот кулончик такой двойной, он даже с необработанным металлом и с какой-то вот с каким-то рисунком, тиснением, очень классно смотрится, со скидкой, мне кажется, стоит покупать, они прям здоровские. Что касается зимы, в манго есть такая классная куртка из искусственной овчины. Куртка «Авиатор» удлиненная, которая прикрывает попу и поясницу. Это самое главное, чтобы не замерзнуть зимой. Но в то же время она не супер длинная. Для тех, кто любит более спортивный стиль, чаще всего ходит в брюках. Хотя и с юбкой она тоже будет смотреться классно. Она действительно универсальная, она актуальная, интересная, необычная. И круче всего смотрится, конечно, в расстегнутом состоянии. Но понятно, что на улице в таком виде нет возможности ходить, но если вы зашли в помещение, обязательно расстегните такую курточку, будет смотреться очень здорово. Если вы все-таки задумываетесь о будущем и у вас нет еще идеального пальто, можете рассмотреть вот такой вариант полушерстяного пальто с поясом. Оно очень длинное, за счет этого круто будет вытягиваться силуэт. За счет этого можно будет абсолютно любую одежду надевать под это пальто, будь то джинсы и футболка, будь то платье, будь то брючный костюм и так далее. Платье с пуговицами и еще с поясом дополнительно, то есть вы можете носить его как прямым, так и приталенным. Это очень круто. Тут 51% шерсти, 42% полиэстера, поэтому он достаточно будет теплый, красивый цвет кэмел, максимально базовый, и со скидкой его точно надо брать. Для тех, кто любит удобную обувь, это ботинки. Они, кстати, я их смотрела вживую в манго, они не утепленные, то есть они осенние. Для тех, у кого зима не очень холодная, но за счет того, что они светлые, они круто будут освежать образ. Допустим, если вы хотите выглядеть комфортно, но не хотите темных тонов, выбирайте какие-то светлые брюки, допустим, светлый удобный свитер. Такая светлая обувь, дополнит образ и сделает его максимально интересным. Кожные сапоги, они очень похожи на мои сапоги, которые частенько использую в своих образах, как здесь на YouTube, так и в Инстаграме. Мои сапоги из топ-топ, но конкретно эти из манго очень на них похожи. Чем они мне нравятся? Тем, что они, во-первых, светлые, они круто, опять же, освежают любой образ. Они поднимают немножечко нас над землей и вытягивают силуэт, это если у вас невысокий рост. Они круто смотрятся в любом абсолютно комплекте, если вы, опять же, хотите более свежего взгляда на свой образ. И тут небольшой каблучок, но он есть. За счет того, что он есть, вы опять же вытягиваетесь, и вы как бы на каблуке, но у вас нога не устает, и вам намного комфортнее ходить по грязи, по гололеду, там, по еще чему-то с такой высотой каблука. Это сапоги-трубы, то есть они собираются в районе голенища, это сейчас супер актуально. Но если вы все-таки не так часто носите сапоги и любите ботинки, пожалуйста, рассмотрите такие варианты казаков с металлическим наконечником, так скажем, на мыске. Устойчивый небольшой каблук, черные аккуратные ботильоны, которые очень узкие в голенище, соответственно, их можно будет легко надеть под укороченные или широкие свободные брюки. Естественно, если вы надеваете соскини, они не будут так хорошо работать, а вот если брюки чуть-чуть свободные, актуального кроя, они будут работать здорово. Поэтому эти ботиночки мне очень нравятся, я думаю, что они из натурального материала, давайте посмотрим. Да, 100% кожа, поэтому тоже со скидоном берем.
Ну и альтернатива прошлым — это вот такие белые казаки тоже. Ну, я уже говорила о том, что они очень круто освежают образ, белый цвет в целом. Они не такие банальные. Если вы не знаете, как ухаживать за светлой обувью, чтобы не оставалось следов при ходьбе, которые образуются, обязательно заходите в мой инстаграм и смотрите видео по хэштегу «Лайфхаки Елен». Я там рассказывала при помощи подручных средств, как от этого избавиться. Так вот, у нас опять ботинки из натуральной 100% кожи. Классные, аккуратные и максимально базовые. Будете носить их много-много лет и радоваться точно. Главное, свой размер подоберите. Пуховики тоже, пожалуйста, можно взять. Стеганный анорак с перчатками. Почему написано, что он с перчатками? Где перчатки-то? О, реально перчатки, так это же варежки. Варежки на резинках для тех, кто теряет постоянно варежки и эти рукавички. Вот вам, пожалуйста, наклепка. Как в детстве, это очень смешно. Смешно, слушайте, я этого не видела. Это прикол. Но это укороченный пуховик, светлый. Опять же, можно взять те светлые ботинки из прошлых предложений моих. Взять этот пуховик, он, кстати, тоже прикрывает попу, соответственно, у нас все будет тепло. Что там в составе? В составе 100% полиэстер, то есть он легкий и он комфортный. Берите верхнюю одежду на пару размеров больше, чтобы он был, во-первых, оверсайз, и вы в нем казались визуально немножечко меньше, и плюс вы могли его надеть не только на футболку, но и на объемный джемпер или свитер. Ну, а те, кто любит подлиннее, пожалуйста, вам варианты, опять же, стеганого анорака с пуговицами. Почему анорак, непонятно, ведь это пуховик. Ну, да ладно. Удлиненные варианты в фиолетовом красивом таком цвете и в красном, хотя он здесь нарисован как винный. Удлиненный вариант с объемным воротом, который может хорошо закрывать горловину, и вам ничего не будет задувать. Максимально базовый, простой, но за счет цвета он выигрывает. В общем, в манго есть чем поживиться, поэтому с ним завершаем. Можете еще найти какие-нибудь интересные артефакты. И мы переходим к следующему предложению. А, следующее предложение, следующий сайт — это Zara, ребятки. Да, в Zara тоже есть скидки, и даже, я вам хочу сказать больше, скидки там 50%, причем реальные 50%. Я сравнивала цены, которые были ранее. Сейчас они действительно на скидках, но единственная проблема, что в Zara распродажа только в эту пятницу, только сегодня, поэтому успевайте до конца дня приобрести те вещи, которые вам нравятся, которые вы хотели долго. Тут, на самом деле, предложений у меня очень много, поэтому давайте начнем. Во-первых, вот такие вот классные ботинки, которые круто будут работать в любом образе и делать их абсолютно интересным. Металлик у нас абсолютно в тренде сейчас, можно его носить спокойно, если вы любите яркую, необычную обувь, это классный вариант. Ботинки такие можно носить не только с брюками и джинсами, но и с платьями. Посмотрите мои подборки, опять же, в инстаграме. Это классный вариант за 2500, между прочим, скидка 50%, это прям класс. Следующий вариант — это двубортный жакет на пуговицах. Слушайте, это классный очень жакет. Я частенько такого формата жакета рекомендую своим клиентам, когда составляю им онлайн-капсулу. Так вот, такой красивый жакет, красивого, очень глубокого цвета, можно купить сейчас со скидкой 50%. Он хорошей длины, он свободный. Берем его в размер за 2500, кстати. Он достаточно хороший по плотности. Берем его в размер и носим самостоятельно, носим его поверх рубашек, футболок, водолазок сейчас, поверх джемперов тонких. Можно его надеть под пояс, можно его надеть с пуховиком или с пальто. Короче, вариантов куча, и он действительно классный. К нему еще в комплекте идут брюки, если вы хотите подобрать. Но и самостоятельно тоже будет работать интересно. И тоже еще один синий вариант — это тренч. Опять же, не забываем, что весна-то все-таки когда-нибудь настанет. Так вот, такой синий удлиненный тренч, он, правда, остался всего лишь в размере XS, но если вы малышка, обратите на него внимание, потому что он действительно классный. Он необычный за счет своего цвета интересного, и по крою он максимально базовый, поэтому его спокойно можно будет носить долго, но цвет прям тут выигрывает и решает. Еще один вариант ботинок — грубые ботинки, которые остались только в 39 размере, но я бы не сказала, что это самый неходовой размер, поэтому торопитесь, чтобы успеть их отхватить. Ботинки с клепками, ботинки с ремнями, которые сейчас максимально актуальны. Они, кстати, актуальны абсолютно всегда, но сейчас у нас в тренде грубые ботинки, поэтому такой вариант из Zara можно прям быстро-быстро отхватывать. Туфли мюли тоже, я смотрю, здесь маленькие размеры, но тем не менее я вам их покажу. Я очень люблю эти мюли, хотела себе купить их, но так и не взяла. К сожалению, мой размер закончился. Это те варианты мюль, которые можно надеть на Новый год и не беспокоиться о том, что у вас устанут ножки после вечеринки, после танцев и так далее. Они очень женственно и элегантно смотрятся, но в то же время они очень максимально удобные. Тут тоже есть, кстати, интересные варианты пуховых
пуховиков. Я посмотрела на такой укороченный пуховик, который максимально базовый за счет своего черного цвета. Опять же, его можно брать побольше на размер или два. Тут есть небольшие такие желтые вставки в районе горла. И это, кстати, очень классно. Давайте посмотрим, если тут... Да, тут в комплекте сразу идет двойное горло, то есть не только синтепоновое в пуховике в самом, но и как будто у вас внутри надет свитер. И это очень хорошо, потому что шейка будет защищена, и вы не простудитесь. Кроссовки, это, кстати, мои кроссовки, я их покупала весной, или когда, или... Ну, короче, давненько я их покупала по полной стоимости 5000 рублей. Сейчас их можно купить за 2500. Они, кстати, классные, прикольные. Единственный момент, если у вас широкая нога, возможно, они вам будут чуть-чуть давить в районе косточки, потому что там вот именно в этом моменте находится шов. Они мне чуть-чуть иногда подавливают после долгой ходьбы. Но если у вас нога стандартная, вы можете спокойно их покупать, потому что они действительно классные, актуальные, интересные. Любой образ вытягивает, поэтому обратите на них внимание. Сумка-шоппер, которую я показывала, кстати, в недавнем обзоре из Зары в своих сторис. Это сумка-шоппер с Микки Маусом. Она, кстати, есть еще в коричневом цвете. И я предлагаю такой вариант сумки брать как вторую сумку и складывать туда сменку или контейнеры для еды, с едой, соответственно, или документы. То есть, если вы таскаете сумку и еще дополнительно что-то в пакетике, то лучше пакетик ваш полиэтиленовый заменить в такую сумку-шоппер. Как минимум, она будет очень весело смотреться. Она, кстати, материал очень прикольный. Укороченный топ, кстати, из бархата здесь есть. Это как раз актуально будет для Нового года. Топ на бретелях, состоящих из страз. Топ с очень глубоким вырезом. И лучше, конечно, такой топ носить с чем-то поверх, допустим, с жакетом. Если у вас будет брючный костюм, смокинг, допустим, с брюками на высокой посадке, с таким жакетом в мужском стиле, и вы под него можете надеть вот этот вот укороченный топ. Он очень дорого и красиво будет смотреться, и в то же время сейчас за 999 рублей в два раза дешевле его можно купить. Вот, кстати, вариант костюма, который можно надеть с предыдущим вариантом топа. Это, на самом деле, не костюм здесь, а ссылка на жакет, но, тем не менее, брюки у него тоже есть красные, если вы хотите быть более яркой, более заметной, и надеть такой костюм, надеть такой пиджак или жакет, это все сделать возможно. Жакет хорошей длины, хороший по крою и хороший по материалу, и, естественно, вы можете его носить как вечерний наряд, допустим, на Новый год, и потом же вы его можете легко надеть с джинсами, футболкой, максимально, и с кедами, допустим, с теми же, максимально какой-то там день на прогулку, либо в офис, на работу, если у вас нет дресс-кода вообще. Подобрала для вас сумку интересную с плечевым ремнем за 1300. У нее такая вот шахматная какая-то диагональная принтованная штука, назовем ее так, из замши с кожей. Материал, давайте сейчас посмотрим. Материал — это полиэстер, но за 1300, знаете, нормально. Эта сумка, кстати, аккуратная, может служить клатчем, опять же, на вечерних каких-то мероприятиях, а может быть и повседневной сумкой, если вы с собой носите абсолютно немного вещей. Нашла, кстати, для вас еще очень базовый повседневный жакет в клетку. Клетка у нас актуальна всегда. Клетка максимально базовая, потому что она издалека превращается в один единый цвет, то есть тут есть серый, коричневый и белый цвет, но издалека они все сливаются в один серый, поэтому этот вариант будет сочетаться с любой одеждой, надетой под него, либо снизу какая-то одежда может быть, ну, юбка, брюки или джинсы, любые. Очень классный двубортный жакет, на двух пуговицах он застегивается, за 3500 рублей. Отлично. И вот тут вблизи можно посмотреть на принт. Еще, кстати, смотрите, обратила внимание то, что Zara добавляла не только старые коллекции в распродажу, но и какие-то новинки, которые совсем недавно появились. Допустим, вот эти кроссовки, они есть практически во всех размерах, очень интересные. Естественно, не для зимы, но, опять же, если у вас зима холодная, может быть, у вас зима теплая, вам будет для зимы тоже нормально. Потому что кроссовки тканевые, но они очень круто будут работать в образах грядущей весной. Поэтому, если вы любите кроссовки, если вы хотите какие-нибудь классные варианты, вот именно сегодня можно успевать купить их в Заре со скидкой 50%. И тут же кожаные ботильоны в ковбойском стиле. Давайте посмотрим состав, чтобы не врать вам. Да, 100% бычья кожа, казаки.
ковбойском стиле, очень классные, коричневого цвета, не банальные, не черные, замшевые, если вы любите. На низком каблуке, соответственно, они будут работать классно, и вы не устанете в них ходить. Размеры до 40-го в наличии, пожалуйста, заказывайте. И вы знаете, что в Заре можно не только сделать заказ и ждать, пока вам привезут домой, но и если, допустим, вам это неудобно, заказать вы можете в магазин, вы придете в магазин, выкупите, померите все, что вам пришло, и то, что вам не подошло, то, что вы не хотите брать и вам не понравилось, вы можете сразу тут же вернуть, это очень удобно. Ну, слушайте, эти казаки прям очень классные, тем более за такую цену, тем более из натурального материала, это прям отличный вариантище. Полусапожки на каблуке за 2000 рублей, остались они только в больших размерах, кстати, в 42 размере, кто страдает, что не может найти обувь, пожалуйста, вот в Заре есть. Это вариант таких агрессивных ботинок, но которые тоже могут быть. Если вы хотите носить, допустим, каблук, если вы хотите вытягивать рост за счет каблука, но вы понимаете, что вам неудобно будет ходить на шпильках в такую погоду, то, пожалуйста, берем здоровенную платформу, берем здоровенный каблук, это будет смотреться интересно. И такой вариант ботинок может как раз и послужить палочкой-выручалочкой. Очень классные туфли, очень они базовые. Размеры, правда, 35-38 остался тире, но это неплохой вариант базовой сменки для офиса, если вы, допустим, ходите в офисе в туфлях, потому что они на устойчивом каблуке, каблук не супер высокий, соответственно, вам будет намного комфортнее ходить, чем если бы вы были в шпильках. Это черные туфли, которые нужны абсолютно всегда, которые абсолютно совсем сочетаются. У них красивая очень зона декольте, прям класс. И стоит всего 1300 рублей. И в Заре, кстати, тоже классные джинсы бывают, потому что там джинса такая плотная, хорошая. И вот вариант джинсов бананов, свободных, в разных цветах за 1500, в два раза дешевле. Опять же, можно брать, если вы любите такой вариант, если вы любите вариант посвободнее джинсов, хотите быть современно актуальной, то берите их. Кстати, такие джинсы, если вы хотите сделать образ более интересным, можно брать прям на размер побольше, чтобы они прям свисали с вас. Вы их ремнем собираете и как бы добавляете еще дополнительный объем в районе бедер, и тем самым у вас получается супер трендовый образ. Пожалуйста, еще одна косуха, а точнее куртка-авиатор с искусственной овчиной, только уже в белом цвете. Тоже очень классная. Тут у нас девушка застегнулась на все ремни. Так, конечно, не нужно делать, но тем не менее она интересная. Все искусственное, но смотрится здорово. Она будет круто работать как с брюками, джинсами, так и с юбками и платьями. Какими-то легкими, романтичными, с грубыми ботинками, надетыми вниз. Прям классный вариант. Мне очень нравится. Очень. 4999. И еще один вариант, это оверсайзный свитер, который есть в разных оттенках. Вот здесь у меня молочный вариант, который, ну, практически всем подходит. Единственное, что если у вас шея не очень длинная, возможно, такой вариант джемпера или, точнее, свитера будет ее еще больше укорачивать. Но во всех остальных случаях вы можете такой растянутый свитер надевать с какими-то джинсами, с брюками, с романтичными юбками, поверх платьев. Ну, почему нет? Следующий магазин – это магазин H&M. В магазине H&M скидка 20% на все. Не нужен никакой промокод, просто вы кладете вещи в корзину, и автоматически эта скидка применяется. Я так попробовала, добавила несколько товаров, действительно она применилась, поэтому спокойно можно пользоваться. Единственное, что скидка и черная пятница у них до 30 числа, естественно, вещи все разберут, самые популярные, самые классные по размерам, поэтому успевайте. Что же мне понравилось из H&M? Во-первых, вот такое платье, вискозное платье-рубашка. Платье-рубашки максимально универсальны и абсолютно актуальны всегда, в любое время года и в любое время дня и ночи. Хорошее платье по цвету, оно на пуговичках, соответственно, если вы хотите сделать визуально, вытянуть шею, вы можете эти пуговички расстегнуть. Если не хотите, можете застегнуть их до конца. Платье идет в комплекте с поясом, который можно вытащить и заменить на кожный пояс. Хорошая длина, для любого роста подойдет, размеры еще есть. В этом году H&M меня радует своими вариантами обуви, особенно в секции премиум quality, премиум качества, да, есть у них такая линейка отдельная. Но эти сапоги, они не из этой линейки, по-моему. Стоят они 6999 рублей, но они классные, современные и актуальные. На невысоком устойчивом каблуке, с широким голенищем, светлый по цвету, без каких-то лишних деталей. Очень классные, со скидкой 20%, мне кажется, их можно брать. Они из каучука. И каблук 9,5 см.
Следующий вариант, который мне понравился в H&M, это вот такой вот джемпер с принтом гусиная лапка. Он объемный, за счет этого круто будет работать, круто будет смотреться как с юбками, брюками, так и с джинсами. Естественно, его можно немножечко заправлять, если у вас низ на высокой посадке, а можно носить на выпуск. Он прикольный, интересный, необычный, а в то же время базовый. Как и говорила, обувь неплохая в этом году, поэтому ботинки вот такие вот грубые, немножечко похожи на берцы, только укороченные. Это 2500 рублей без скидки, и, соответственно, они будут еще дешевле. Отличный вариант. Естественно, они не зимние, они осенние и, скорее всего, из ненатурального материала. Да, они из полиэстера, но, тем не менее, если вам нормально, если вы хотите какой-то недорогой вариант, почему нет? Пальто из мессовой шерсти, которое мне тоже очень понравилось. Пальто тонкое, то есть оно не рассчитано на прохладное время года, оно, скорее всего, рассчитано на демисезон, но, тем не менее, оно классное по длине, оно классное по своему объему, по цвету тоже интересное, поэтому тоже можно обратить внимание, если вы знаете, что у вас весна придет, но до лета будет далеко. А вот вариант кроссовок на теплой подкладке, тоже светлая обувь, которая сейчас актуальна, это такие ботинки в стиле Скандинавии какие-то, как будто вы отправляетесь за город, но тем не менее их можно носить и в городе тоже. Все у нас из полиэстера, каучук, но с утепленной стелькой за 3300 рублей без скидки. Естественно, их можно брать, а по скидке точно нужно. Еще один вариант пуховика. Смотрите, он очень классный, он очень объемный и он, кстати, удлиненный, то есть он ниже попы. Прям круто, если он будет на пару размеров больше, соответственно, будет создавать лишний объем и сделать вас еще хрупче. Красивый, очень цвет коричневый, и по скидке точно его нужно будет отхватывать. H&M не всегда славится хорошими джинсами, но я нашла отличный вариант. Их не всегда можно будет, опять же, найти в магазинах, но на сайте есть классные джинсы, мамсы, хорошего голубого цвета и 100% хлопка. Соответственно, они будут хорошо собирать фигуру, хорошо будут держаться, не будут растягивать очень сильно, и они действительно классные, и цена у них приятная даже без скидки, а со скидкой тем более. И к тем джинсам, которые я показывала только что, можно добавить вот такой вот джемпер из мессовой шерсти, очень объемный, очень приятный по цвету, похож чем-то на мой, но только потемнее, только пообъемнее. Он есть в разных цветах, мне понравился именно этот серый. Он из 48% состоит из шерсти, из 32% состоит из шерсти альпака, и остальное это у нас полиэстер, поэтому я думаю, что он будет очень теплый. Главное, чтобы он был не колючий. Еще один вариант платья-рубашки, который тоже максимально универсален. Всегда его можно носить, всегда и все можно его носить. Его можно приталивать поясом, который идет в комплекте, его можно приталивать поясом, который вы возьмете у себя или отберете у своего бойфренда или мужа, а можно вообще оставлять прямым, если, допустим, вам так захочется. Его можно носить как, кстати, с джинсами, здесь вот девушка у нас в брюках, так и самостоятельно, естественно, с сапогами, с ботинками, хоть с чем. Еще один вариант юбки под леопард. Я, кстати, думала, что это платье, оказалось, что это юбка и рубашка отдельно, асимметричного кроя, который тоже круто вытягивает силуэт, классная, струящаяся, ее же можно носить в новогоднюю ночь, допустим, если вы не хотите слишком каких-то нарядных вариантов, блестящих, но в то же время ее можно носить и на повседневку, если вам это возможно. Прикольная водолазка, а точнее свитер с горлом, красивого, очень такого горчично-лаймового, что ли, цвета, непонятный какой-то цвет, очень интересный. Это, кстати, вариант свитера, который сделан из переработанного материала, а об этом свидетельствует надпись, которая есть у нас здесь. Он состоит из полиэстера, акрила и шерсти, даже добавлено 8%, поэтому классно, можно брать. Мне нравится именно вот этот яркий, но, естественно, есть более базовый, серый светлый, серый темный. Еще я нашла очень приятную шелковую блузу. Это, по-моему, как раз премиум quality, то есть более высокое качество. Черная блуза, но с горлом, как будто водолазка. То есть она очень интересно сделана. Вот здесь можно посмотреть сзади, она на замочке. Очень такая драматичная, но в то же время интересная. Смотрится очень дорого. Ее можно использовать как топ, допустим, под жакеты. Ее можно носить самостоятельно. Ее можно надеть и в каких-то на какую-то деловую встречу. Можно носить и в повседневке, и с джинсами, и с брюками, и с юбками. Короче, очень интересный вариант. Атласное платье мини для тех, кто любит его. Тоже можно его носить по-разному. Если, допустим, у вас тип фигуры яблоко, у вас стройные ноги, но есть животик, вы можете носить его прямым, он будет трапеция. Если вы имеете талию тоненькую, пожалуйста, можно эту талию подчеркнуть. То есть можно прям по-разному комбинировать, но за счет того, что у нас закрыта здесь зона декольте и шейка, оно смотрится очень-очень органично. И вот такой вот кардиган, укороченный, но классный, который будет круто работать действительно как джемпер, а не как кардиган, за счет того, что он укороченный.
кожаный, то есть его носить как кардиган будет чуть посложнее, а вот как джемпер застегнутым на голое тело, чуть-чуть приспустив плечо, либо поверх шелкового топа, он прям классно. Будет стоить 2300 рублей без скидки. Уф, с H&M у меня все, но я не останавливаюсь. Я нашла что-то интересное в Страдивариусе. В Страдивариусе что у нас по черной пятнице? В Страдивариусе скидки от 20 до 40% на определенные модели. То есть мы заходим в раздел «Черная пятница» и уже там смотрим, что же нам нравится. А что я тут увидела? Во-первых, я увидела вот такую юбку прямого силуэта с разрезом в клетку. Необычная, но в то же время обычная. Интересная, но в то же время базовая. Поэтому, если вам нравится, можно брать со скидоном. Она сейчас стоит 1279 рублей. Скидка не очень большая, но тем не менее она есть. Дальше в Страдивариусе есть вот такой вот классный, максимально, опять же, базовый серый пиджак на двух пуговицах за 2239 рублей. Хорошей длины, хороший крой. Почему-то здесь черные пуговицы, а здесь у нас серый. Интересно, какие они действительно. Но я думаю, это не принципиально. Если что, можно перешить. Хороший, освежает. Если вам к лицу приятен этот цвет, то обратите внимание. Также в Страдивариусе можно найти новогодние босоножки за 1559 рублей. Кстати, эти босоножки я показывала в своем новогоднем вебинаре, как носить новогодние образы, точнее, новогодние образы, как носить в повседневной жизни. Очень рекомендую к просмотру, потому что мы можем взять новогодние интересные вещи и потом вписать их в повседневные образы. Обратите внимание, ссылка в описании. Так вот, эти босоножки, они очень базовые, очень долго их можно носить, если они будут вам удобны и комфортны. Главное, чтобы по размеру было все хорошо. И они стоят сейчас на 1000 дешевле. Еще один вариант жакета, тоже серый, только тут уже двубортный жакет. Он, мне кажется, поинтереснее, чем предыдущий, но, тем не менее, можно выбрать и либо тот. Он стоит 2399 рублей. Я не вижу в нем ничего плохого, он структурированный, он держит форму, он хорошего цвета, он хорошей длины, поэтому почему бы не взять? Футболка с бусинами, а почему бы и нет? Если вы хотите не просто базовую футболку, а базовую футболку интересную, то можно взять вот такую вот футболку, тут и бусины нашиты, и стразы. Если вам интересен такой формат, то обратите внимание на эту футболку всего лишь за 1039 рублей. И еще в Страдивариусе есть вот такие вот кроссовки, которые отдаленно чем-то напоминают кроссовки Balenciaga, ну, прям совсем чуть-чуть. Но, тем не менее, они бежевые, и за счет этого они базовые, но не такие марки, скажем так, как белые, поэтому их можно будет носить весной или на сменку. Классно. Они на платформе, опять же, у них есть необычные элементы, черные и желтые, которые добавляют фишечки в эту обувь, поэтому такой вариант кроссовок мне нравится. Бершка. В Бершке тоже на скидки только на определенный выделенный ассортимент. Скидки до 50% на разные модели, то есть на каждую модель определенная скидка. И мне понравилась здесь вот такая вот джинсовая куртка со скидкой 30%. Она вареная, она в стиле 80-х, но она такая прикольная, и чем-то она прям меня зацепила. То есть она как будто досталась и нам от бабушки или дедушки, или от мамы. Ну, прям такая, знаете, из сундука. Прикольная, необычная, поэтому следующим летом, когда у нас будет очень актуальна пастельная гамма, можно такой вариант джинсовки носить. Но если вы хотите чуть более понятнее вариант, то могу вам предложить вот такой вариант куртки-рубашки с поясом. Рубашка белая, ее можно носить самостоятельно как вверх, так и использовать ее как куртку, то есть носить ее как вторым слоем. Она прикольная, интересная, такого off-white оттенка. Можно этот пояс, я думаю, снять и вообще носить ее на распак, а можно именно приталить, и тогда она будет классно собираться вот в районе груди и добавляя тем самым объема сверху. Тонкий свитер с круглым вырезом, точнее, это джемпер, со скидкой 17%, но тем не менее. Такой вариант хорош для тех, кто не любит надевать на себя очень жаркую одежду, допустим, ему постоянно жарко или в офисе жарко. И такой же вариант можно носить под второй слой, под жакет, под кардиган, то есть для максимального утепления. Еще один вариант от Бершки, это черная джинсовая куртка, она максимально базовая, она такая винтажненькая, но в то же время она черная, и скидка 30% на нее делает на приятно, и ее легко можно будет носить не только весной и летом, но и носить как второй слой сейчас уже зимой под, допустим, объемный пуховик. Футболка, сверху джинсовка или водолазка, сверху джинсовка и сверху пуховик, вот так вот. Где-то мы уже видели, мне кажется, такие ботильоны в ковбойском стиле, точнее казаки с металлическим наконечником, но тут у нас все это дело дешевле за 2300 рублей, точнее 399 со скидкой 20%.
Аккуратные базовые казачки в черном цвете на небольшом устойчивом каблуке с узким голенищем. Класс, класс. Вау, смотрите вы, что я нашла. Это же космические тапки, а точнее ботильоны со скидкой 20%. Ну, это, конечно, такой вариант, который каждый день не наденешь, но на вечеринку, если вы хотите блистать, если вы хотите быть самой-самой интересной чекулей, можно взять такие ботильоны, и их потом не жалко будет надевать нечасто, потому что они действительно со скидкой. А вот эта косуха, которая мне очень понравилась. Единственное, что меня смущает, что она немножечко укороченная, и ее можно будет носить только с низами на высокой посадке, но она такая классная. Вы посмотрите, она немножечко винтажная, она с клепками, кожа уже как будто потертая. За 3249 рублей со скидкой 50%, она просто классная, она такая рокерская, она такая гранжевая. Прям очень-очень сильно мне нравится. И размеры пока еще есть. Следующий сайт Reserve. Тут скидки у нас до 50% на выделенный ассортимент. Опять же, мы открываем отдельную вкладку и там уже смотрим, что же нам понравилось. А понравилось мне, допустим, вот такое пальто. Кстати, на распродаже в Reserve я тоже отхватывала себе классные варианты на предыдущих распродажах. Так вот, здесь классное пальто красивого болотного цвета. Прямое, тяжелое, плотная, хорошо согревающая за 3499 рублей. Кстати, длина у него интересная, крой у него хороший, базовый, можно будет долго в нем ходить, поэтому обратите внимание на это пальто. И тут 50% шерсти еще, представляете? Но если вы не любите длинные пальто, чаще всего ходите в брюках и в джинсах, то обратите внимание на вот такое вот оверсайзное облегченное пальто мужского кроя, свободное, очень классное, очень интересное, красивого цвета бежевого, но в то же время оно не длинное. В Reserve, кстати, очень много интересных женственных романтичных платьев. Тут такое интересное платье в цветочек с V-образным вырезом, очень мягкое, нежное. Его, кстати, можно даже надеть на Новый год, если, допустим, вы не хотите выбирать какие-то блестящие варианты, хотите выбрать тот наряд, который можно будет носить не только на Новый год, но и спокойно в повседневке. Обратите внимание на этот, его можно дополнить какими-то интересными, необычными аксессуарами, тогда оно станет более вечерним, но пока за 1999 рублей оно прям классно, со скидкой 50% и размеры еще есть. Сумочка аккуратная, спринт-топ змеиная кожа, она, кстати, очень мягкая, приятная по своему материалу, она не очень большая, то есть она более похожа на клатч, но тем не менее она достаточно вместительная, потому что там три отделения. Коричневая, более интересная, чем черная, если вы хотите, хорошо будет вписываться в любые абсолютно образы. С предыдущим платьем, кстати, можно пойти и на вечеринку в таком образе, но и можно носить ее в повседневку. Кстати, вот смотрите, как она смотрится в руках, то есть она не очень маленькая, достаточно такая большая, но тем не менее компактная. Или вот такой вот вариант структурированной сумки, которая держит форму красивого оранжевого цвета в сочетании с каким-то бежевым. Она интересная. Это сумка акцент, то есть вы можете добавлять ее к абсолютно базовым нарядам, и она будет служить акцентом, добавлять ваш образ фишечки. Ну или альтернатива в желтом цвете, чуть-чуть другой формы, точнее другого размера, но тем не менее тоже интересная. Если у вас уже есть базовые варианты сумок, вы хотите что-то необычное, то за 999 рублей небольшая компактная сумка интересного цвета, лаконичная достаточно, но за счет цвета интересная, можно ее попробовать. Для тех, кто носит с собой всю свою жизнь, такая вот сумка шопер, она достаточно простая, ее, кстати, можно использовать, если вы носите с собой очень много вещей, допустим, какую-то форму для тренировки после работы, тут, чтобы, опять же, это все не в пакете носить, а вот в красивой сумочке за 1299 рублей можно взять. Она очень приятная по цвету, она очень приятная по вместительности и красиво и актуально будет смотреться. Очки, кстати, в Reserve тоже неплохие. Я нашла вот такие вот немножечко винтажные, бежевые, с фиолетовыми стеклами или с какими-то розовыми. За 500 рублей всего можно взять и в грядущем сезоне ходить, и все вас 100% будут спрашивать, где же вы его взяли, а вы скажете, я взяла на Черной Пятнице на распродаже, и таких больше нет. Но снова у нас обувь, снова у нас ботильоны, снова у нас казаки. Это, кстати, кожаные ботильоны за 1699 рублей. Это просто бомба. Кстати, такие ботильоны смотрятся очень аккуратно за счет того, что у них приподнятый мысок, они смотрятся аккуратно, как я их сказала. Острый мыс подходит для тех, у кого не очень широкая стопа, но тем не менее они достаточно интересные, базовые, универсальные и классные, естественно. Туфли кожаные на устойчивом, но высоком каблуке в сером цвете за 2500 рублей практически со скидкой. Они подойдут тем, кто любит высокий каблук, но не хочет ходить на шпильках или хочет найти шпилькам альтернативу. Пожалуйста, устойчивый каблук, на них намного удобнее и комфортнее ходить. И, как вы видите, вот здесь в образе с
серыми брюками, серой водолазкой смотрится очень круто, поэтому для офиса их тоже можно рассмотреть. Кто любит обувь поинтереснее, вот такие вот замшевые ботильоны, желто-рыжие какие-то они, не коричневые, высокие, под укороченные широкие брюки, либо джинсы, либо с юбками и с платьями будут смотреться хорошо. Опять же, устойчивый, но высокий каблук, смотрится очень классно, свежо, интересно. Берем. Ну и снова светлая обувь, я никак не могу от нее уйти, потому что она действительно классно смотрится, она действительно актуальная. Это такие ботильоны за 1699 рублей на небольшом каблучке Kitten Heel. Очень классно будет смотреться и с брюками, и с джинсами, и с платьями тоже, в том числе с юбками тоже. О, вот это очень красивые туфли на необычном каблуке красивого бордового цвета. Я думаю, что они из натуральной кожи, из эко-кожи. Не из натуральной, смотрятся как натуральная. Очень красивые, очень подойдут для офиса, если вы хотите. Но, знаете, вот с такой вот фишечкой в этом каблуке прям вся перчинка сосредоточена. Ну, а вариант еще у нас есть для вечерних выходов. Ну, хотя не только. Это небольшой каблучок, шпилечка с перемычкой в районе щиколотки и с очень красивым декольте на пятке. И за счет этого они очень интересно смотрятся. Но так как это черные туфли, они будут служить нам абсолютно всегда и очень долго. Аксессуары, кстати, тоже можно брать на распродажах. Шапки, шарфы. Вот здесь вот есть шарф, такой здоровенный объемный палантин. Тонкий, но тем не менее за счет своего объема его можно настраивать несколько раз. За 799 рублей будет классно работать. В комплекте с этим шарфом, можно брать вот такую абсолютно базовую и универсальную шапку. Это, кстати, очень актуальная модель. Можно носить и девочкам, и мальчикам. 399 рублей в трех цветах. Классно, классно. Рубашка из Лиоцела, красивого, очень болотного цвета. Она расстегивается только сверху, но тем не менее она максимально универсальная. Ее можно носить как со скини, потому что зона паха у вас здесь прикрыта, так и с другими какими-то вариантами джинсов и юбок. Да, с юбками тоже ее можно носить. Можно ее, кстати, и под пояс надеть, можно ее заправить. Можно и под какой-нибудь светлый джемпер надеть. Короче, вариантов куча, и стоит она 1299 рублей. Еще один вариант гладкой рубашки. Это рубашка из тенселя розового. Она очень легкая и приятная. Летом в ней будет хорошо, свежо. Но в то же время ее можно носить уже сейчас, опять же, с какими-то вторыми слоями. Ну и завершающий магазин. Это магазин ASOS. На ASOS сейчас распродажа 30% по промокоду BIG30. Опять же, спешу его внизу, чтобы вы не потеряли. Тут можно прям брать все, что вы хотели. Это очень классная скидка, поэтому я вам отобрала свои самые интересные и классные находки. Я очень люблю бренд Another Stories, который в России не продается. Это бренд из концерна H&M. Я его частенько покупаю за границей, но на ASOS он частично представлен, не весь ассортимент, но частично представлен. Поэтому какие-то классные варианты из Another Stories я хочу вам показать. Допустим, вот такой вот джемпер с заниженной линией плеч за 2999 рублей без скидки 30% применится в корзине по промокоду. Не забывайте, пожалуйста. Он укороченный, он очень круто будет смотреться именно с без всего, ну, с голым плечом. Но также его можно надеть с рубашкой, допустим, какой-нибудь голубой или молочный, или розовый пыльный. Очень красиво будет смотреться. Цвет прям приятный и очень классно освежает. Дальше, вот такие вот очки интересные, немножечко в стиле Gucci, немножечко в винтаже. За 1690 со скидкой уже, и я думаю, что на них еще будет распродажа. Очень интересные для тех, кто любит необычные аксессуары, такие как я. Это классный вариант. Сапоги очень-очень классные. Я думаю, что они из натуральной кожи. Давайте посмотрим. Из 100% кожи за 16 990 без скидки, но они имеют очень классный круглый каблук. Широкий, устойчивый. Они широкие в голенище, смотрятся очень круто, очень актуально. И будут актуальны очень долго, поэтому при правильном уходе, если вы будете носить их аккуратно, вы можете проходить в них много-много-много лет. Платье из трикотажа, платье-водолазка, хорошей длины. Его можно носить самостоятельно, тут, правда, разрезы такие прям откровенненькие, но с плотными колготами будет хорошо. Можно носить с леггинсами, а можно носить с какой-нибудь юбкой. Вы знаете эту комбинацию, которую я показываю себя в инстаграме, когда вы под удлиненное платье или удлиненный свитер надеваете юбку сверху, допустим, пояс для того, чтобы немножечко приталить, и все это смотрится очень хорошо. Еще один вариант из Another Stories — это розовое нежное платье, которое можно, кстати, надеть и на корпоратив, и на Новый год, если вы, опять же, не хотите блесток добавлять или страз каких-то. Очень нежное, приталенное, классное, интересное, и со скидкой можно брать. Еще один вариант платья на пуговицах — это платье практически рубашки, только оно не до конца застегивается в горох. Я
я очень сильно люблю горох, и поэтому не могла пройти мимо этого варианта. Единственное, что я бы здесь убрала вот этот вот пояс, который идет в комплекте, и заменила его на кожаный. Такие прикольные с непарные серьги, то есть они асимметричные, с одной стороны одна, с другой стороны другая. Я, кстати, очень люблю бижутерию из Another Stories, она достаточно качественная, смотрится очень аккуратно, то есть видите, маленький вариант кольца вообще практически незаметен, подлиннее будет поинтереснее, можно и носить их вместе, можно их менять местами, можно их комбинировать с какими-то другими серьгами, будет смотреться интересно. Очень классная серая водолазка, объемная, с горлом, ну это свитер. Очень она интересная, очень приятная по крою, ее можно носить самостоятельно, ее можно носить под пояс, ее можно носить под какой-то объемный пуховик, можно с джинсами, с юбками, с брюками и с платьями, вообще хоть с чем, поэтому это классный вариант. И в составе у него 42 хлопка, 26 акрила, 25 полиамида и 4% шерсти. Еще из Another Stories я прям хорошую подборочку подобрала. Это такое платье-комбинация, которое можно носить как и на Новый год, то есть это будет таким нежным платьем и создавать нежный образ. И в то же время его потом можно носить, допустим, с косухой, грубыми ботинками весной, можно с джинсовкой и белыми кедами летом, надеть сверху рубашку, завязать ее на узел, надеть сверху жакет, короче, платье-комбинация максимально универсальная, и вот такой вот вариант мне очень нравится, очень нежно и романтично. Также у меня здесь в отложенных уже лежат вот такие браслеты интересные, очень я люблю сейчас носить часы с браслетами, то есть не просто часы, а именно в комбинации, и поэтому мне нравятся вот такие разноцветные варианты, которые можно подбирать под одежду, либо просто отдельно добавлять акценты при помощи них. От бренда ASOS тоже много отличных вариантов, допустим, такое макси-платье, очень, конечно, такое себе интересное, откровенное, но тем не менее, если вы хотите вечерний наряд сделать прям вау, то обратите внимание на вот это платье, красивый очень цвет, и красивая очень спина, и красиво очень все, главное, чтобы фигура позволяла. Еще один вариант, который уже попроще надевать всем, это платье на запах, красивого такого оранжевого глубокого цвета, блестящее слегка, с объемными рукавами, но запах очень хорошо вытягивает шейку и уводит этот лишний объем с рук на декольте. Можно здесь добавить, опять же, пояс какой-то, можно его не добавлять, с босоножками и просто какими-то аккуратными серьгами и собранной прической будет смотреться классно. Также от ASOS мне понравилось вот это платье на пуговицах, то есть платье-рубашка. Романтично за счет этих воланчиков. Его можно носить как самостоятельно, а можно носить его как удлиненный кардиган, допустим, в теплое время года, джинсы, футболка тоненькая или топ, и сверху расстегнутое платье будет классно. Вот такие классные, свободные джинсы, которые сейчас супер актуальны. Мне очень понравились серого цвета, такого не банального. На высокой посадке плотность хорошая, длина хорошая, крой интересный для тех, кто не боится экспериментировать. Обратите внимание. Ну, еще один вариант тренч на теплую погоду с такими контрастными вставками оранжевыми, которые как бы максимально базовый и простой серый тренч делают более интересным, но в то же время базовость остается. Тельняшки, пожалуйста, можно брать. Тут, кстати, линейка для размера плюс сайз. Тельняшка, пожалуйста, берем. Кстати, можно брать размеры прям побольше, чтобы было оверсайз. И спокойно тельняшку носим с джинсами, с брюками с какими-то и даже с юбками. Или если вы не хотите тельняшку, пожалуйста, вам вариант футболки с принтом. Тоже от ASOS, Merry Christmas, чего-то там написано. Ну, такая прикольная, веселая, стоит не очень дорого. Со скидкой будет еще на 500 рублей дешевле. И мой любимчик — это спрей для сна. Это, конечно, не относится к одежде, но я не могла с вами не поделиться, потому что вы смотрите в инстаграме у меня. Очень нам понравился этот спрей, который нам положили в отеле на подушку. Мы теперь ходили, искали, где же его можно купить. Нашли в Москве, но на самом деле на ASOS он тоже продается. И, естественно, его можно купить со скидкой. Спрей прыскаете на подушку и засыпаете прям очень-очень быстро. У кого бессонница или у кого мыслительный процесс продолжается прям перед сном и сложно уснуть, вот воспользуйтесь этим средством. Оно мне очень сильно нравится. На этом у меня все находки. Я, конечно, могла найти еще больше, но эфирное время не резиновое. Делитесь своими вариантами черно-пятничных находок. А сейчас мы подведем итоги розыгрыша, который был в предыдущем видео. Итак, спасибо вам, во-первых, большое за то, что вы прислали мне кучу идей. Я постараюсь в ближайшее время их реализовать. Но подарок, палетку теней, получает вот эта девушка с таким комментарием. Обязательно напишите мне в инстаграме, ссылаясь на то, что это именно вы, и я отправлю вам эту палетку теней. А в ближайших видео будет снова новый розыгрыш, поэтому не забывайте подписаться на канал, поставить этому видео палец вверх и колокольчик для того, чтобы не